Private banking – это достаточно узкая, четко определенная услуга. Wealth management – это в прямом переводе управление состояниями. Это более широкая услуга, когда управление капиталом направлено на целую семью, на группу лиц, плюс планируется еще изменение состояния во времени, такие аспекты, как наследование, оптимизация налогообложения. А family office – это самое широкое понятие, когда управляющая компания или family office, собственно, или multi-family office совершает еще, оказывает ряд других нефинансовых услуг. Решает проблемы образования, лечения, покупка ценностей, перевозка ценностей и всякие другие VIP-услуги. Порог вхождения для клиентов private banking в России – это $1 миллион, а в Швейцарии – это $10 миллионов. Порог вхождения для услуги family office, например, в нашей компании – это $25 миллионов.